Новое учебное оборудование поступило в Большеногаткинскую точку роста. 3D-ручки, новые конструкторы роботов, квадрокоптер. 10 коробок современной техники закупили на средства правительства Ульяновской области для реализации проекта «Технологическая смена прорыв». Оборудование, которое имелось в центре, было недостаточно. Многие семьи не могли себе позволить дорогие наборы и технику. Полученное оборудование позволит привлечь большее количество детей на занятия техническим творчеством. Особенно сельским детям очень важна точка роста, потому что здесь развиваются другие направления. Это инженерное, это техническое, это робототехника. Очень здорово, мы сегодня получаем такое прекрасное оборудование. Нам это очень необходимо. В скором времени, используя закупленную технику, ребята продолжат изучать азы программирования робототехники, познакомиться с 3D-моделированием и печатью, управлением шагающим роботом и квадрокоптерами. Никита Калашников, ученик 6 Г, рассказал, что на занятиях по робототехнике он всегда узнает что-то новое, а дополнительное оборудование только поможет в изучении выбранной дисциплины. Это набор более такого нового поколения, и появились новые детали, которых я еще не видел. С помощью этих деталей можно будет улучшить своего робота. Я выбрал это из-за того, что я люблю строить и хотелось бы еще познакомиться с программами. Будущее я пока что еще не знаю. Но мне кружок этот очень нравится. Лего-конструирование и компьютерное программирование – теперь норма для школьников в селе Большое Нагаткино. Занятия проходят каждую неделю под руководством педагога. Это же полученное оборудование мы хотим использовать в рамках акции «Летние умные каникулы». И, соответственно, там уже у нас будет больше детей в школьном лагере. То есть мы постараемся, скажем так, привлечь к творчеству техническому больше количества детей. Свои двери точка роста в Целининском районе открыла одна из первых в 2019 году. Желающих учиться в образовательном центре достаточно. Сейчас здесь занимаются больше 50 ребят. Помимо стандартных направлений, в образовательном центре развивается проектная деятельность, работает шахматный кружок. Алина Тихонова, Даниил Сурков, Улправда ТВ.